защиту приглашает Колобухов Станислав Игоревич, тема разработки интернет-ресурса компании MasterCorp. Здравствуйте, уважаемая комиссия. Здравствуйте, уважаемые выпускники. Моя тема диплома – разработка интернет-ресурса компании MasterCorp. Эта компания занимается строительством качественных теннисных кортов и также покрытий. Вот как раз на этом слайде все сразу объяснится, что мы делали и почему мы выбрали эту компанию. Компания очень хорошая, основана в 1978 году. Это ее большой плюс, ей уже больше 30 лет. У нее богатая история, и за это время построено более 500 кортов. Объекты не только в России, но и в странах СНГ и Европы. Конечно же, акцент на качественное покрытие. И, как мы видим, уже минусы. Это отсутствует абсолютно фирменный стиль, то есть нет ни логотипа, никаких фирменных цветов, никаких фирменных шрифтов. Ну и сайт тоже морально устарел. Не отличает уровня клиентов. Уровни клиентов не отвечают, и современным стандартам тоже не отвечают. То есть получается, если заходят люди там 40-50 лет, то они это могут воспринять. А сейчас, если, например, бизнесом занимаются люди помоложе, то это им уже не интересно. Отсюда у нас, конечно же, встает вопрос именно о брендинге, именно об инфографике, чтобы все это хорошо описать. И, конечно же, освежить сайт. Это три важные детали. Еще не переключаю. Так вот, изначально задумка была в чем? Сейчас вам расскажу, сразу все поймете. Изначально задумка была именно в трех планшетах. То есть один планшет сделать как бренд, второй по инфографике, а третий по сайту. Но после того, как мы подумали с моим дипломным руководителем, обмозговали и поняли, что гораздо проще, гораздо удачнее будет сделать именно планшеты, именно в форме основных категорий сайта. То есть это получается раздела о компании, можно сказать, главная страница о компании. Конечно, технологии, если компания занимается строительством, нужно рассказать о технологиях. Конечно же, показать объекты. В общем, для начала нам понадобилась, конечно, живая картинка, вдохновение. Мы создали мудборд, по которому дальше стремились и что-то вычленяли. Дальше. Мы проанализировали, конечно, конкурентов, потому что все-таки это бизнес. Клиентов отпускают. Как мы устроили знак? Конечно же, мы тоже посмотрели современные тенденции, как это делается. И вот концепция такова, что первые две буквы, они обе угловатые. И мы взяли угол, то есть было понятно, что с теннисного корта мы вычленяем угол, и дальше уже, как вы видите, по стрелочкам мы пришли к варианту уже с логотипом, уже и с надписью. И в итоге, Андрей, прошу дальше, получился вот такой вот логотип. Мы, конечно же, нашли великолепные цвета, которые подходят. Синий очень подходит для бизнеса, желтый очень эмоциональный, и вместе они сочетаются. Шрифт флора кириллический и, конечно, латинский очень динамичный, тоже очень подходит. Давай дальше. После того, как у нас появился фирменный стиль, мы занялись инфографикой, и в этом нам очень помог логотип. То есть мы расчленили логотип и пытались играть на этом, но быстро поняли, что он съедает основной логотип и будет мешать, поэтому мы гораздо все упростили. И вот, пожалуйста, что получилось. Прекрасная инфографика. Снизу, кстати, это соотношение строительства разных кортов по технологиям по годам. Давай дальше.
На мой академик потребуется программа для такого проекта. Их абсолютно много делать было не надо, но самое основное мы сделали. Показано построение, и после построения мы поняли, что нужно упростить еще, добавить ритма, и чтобы они узнавались каждый по отдельности. Добавили цвет, вот что у нас получилось. Впоследствии мы их поместили на карту, и вышло очень здорово. Кстати, на сайте при наведении открываются сразу фотографии построенных объектов, что очень интересно, то есть анимация. Дальше. Ну и в целом-то, чтобы все получилось, в конце концов у нас разработка интернет-ресурса. Для начала нам потребовались прототипы, то есть это основа, можно сказать, скелет сайта. И после этого уже все, что тут стилизовано, уже можно спокойно накладывать, ставить на современную систему управления и получать хорошие результаты. Тут все цвета разложены уже по RGBA-каналам. Современный способ отображать цвет в интернете позволяет гораздо шире его передавать. Инфографику можете посмотреть. Это то есть из чего состоят порты, это возможности цвета и, конечно же, адаптивный дизайн. Куда мы будем лично писать? Все интересно? Да. Спасибо. Динамично было уже к концу. Я понял. Да, спасибо за внимание. Это только начало. Это первый визит. Цена вопроса. Вообще первый визит. Считали? Цена вопроса... Просто ее нет. Я почему вопрос задала? Я только 10 тысяч увидела, дальше я как 100 тысяч. Ну, как вам сказать, цена вопроса обговаривается отдельно, что есть, если... Это, по сути, все, что мы сейчас видим, это только начало. Дальше уже идут серьезные разработки и финальный проект. Я вас поняла. Вопросов нет, давайте рецензию. Рецензия. В дипломном проекте рассмотрено текущее состояние компании, проведен необходимый анализ имеющихся конкурентов, приняты во внимание современные возможности графического веб-дизайна, выработаны необходимые действия по рефакторингу визуальных коммуникаций компании. Автор проекта грамотно проанализировал сильные и слабые стороны конкурентов, оценил достоинства и недостатки своей фирмы, разработал предложение, позволяющее обратить недостатки в преимущества. Проведено технико-экономическое обоснование по части воплощения проекта, разработана оригинальная стратегия позиционирования, собрана статистика для инфографической составляющей, разработаны технические задачи по реализации выработанных решений с учетом истории компании и развития данного сегмента рынка. В целом, содержание и объем проекта соответствуют заданию и профилю специальности, характеризуют достаточную теоретическую подготовку исполнителя, соответствуют требованиям. Метод прототипирования и поиска визуальных решений, разработанный в проекте, имеет практическое значение. Графическая часть выполнена качественно и полностью отражает содержание пояснительной записки. Дипломный проект заслуживает высокой оценки, а Обухов Станислав Игоревич – присвоение квалификации специалист. Спасибо. Терина Юрьевна, приглашаем на дебют. Спасибо, а можно это микрофон, наверное, если меня будет слышно? Хотелось бы отметить, что как мы со Стасом знакомились.